Легчайшее. А, ну. Видишь? Я прикрыл тебя, понимаешь? Всем здорово, народ, вы на канале Арти. Перед началом просмотра не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а также нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Хорошего просмотра. Ля какая. В золоте. Ну забавный же скин, не? Прикольно. Просто что она лысая, это топ. Да брать. Видели, дрон летает на доку? Капец вы спамеры, конечно, я еще поражен, блять. С кем я играю? Привыкай. Ну все, хорош, блять. У меня вот здесь пол хп. Что он скинул, не стреляет? Ло! Он ждет, пока не выйдет. Он вышел. Ну все, нормально. А, убил? Да, просто проигнорировал. Нормально. А что ты переживаешь? Ты забайтил, все нормально. Ой, я забайтил, я умер, я... Не нужна победа, я поиграть хочу. В лежачем положении. В смысле? Нет, нет, мы должны выиграть. Кому нам нужна вас? Мне? Ну так сам и байт. Ясно. Все ясно. Не можешь даже выиграть, да, блять? Просто выиграть это неинтересно, надо выиграть красиво. А то, что я пролежал весь раунд, это некрасиво. Ну, видишь, кто же виноват, что ты нокнулся? Нет, нет, отобрали все, не может сразу какие-то проблемы, пролежал. Нити меч, нити пулемет. Вообще доктор был сзади стоять. Доктор, блин. Он сразу пушит, короче, у нас тип вообще задор, походу, дело. Шарит. Умрет пару раз, ливнет. Они здесь, в меду бегают. Дала здесь у меня. Но он один. А ну-ка, не стили не меня. Спас твою жопу. Они запланетили Б. Не они, а она. Наш чел сам справит. Я даже не вижу здесь никого. Наверху будет сидеть. Стопудово. Бля, я как ходу глядел. А, можешь поднять, да? Я забыл. Можно, да. Я врач, все под контролем. Ноль эффективности просто. Вот от врача ноль эффективности. Я отдавал клятву Гиппократа, я пацифист, я не буду стрелять, буду бить. Цитаты всех Афродит. Жалко, что ты не лечишь. Да, согласен. Когда-нибудь я вылечу. Не надо вылетать. Вылетать не надо, мы проиграем тогда. Да что вы втроем сюда бежите? Вы же на Б бегали. Алло, врач. Да-да, вас что-то беспокоит? Но меня беспокоит тиммейт мой один. Блять. Дым. Здесь никого, они на Б пойдут. Здесь одна Ронин. Одна Ронин. Ну я вижу Ронин здесь. Ой, больно. Там фантом и еще кто-то. Фантом и Ронин. Спину, заходите, спину. Need assistance. Там в вагоне, в этом ресторане никого там нету, ясно, обманщик. Кто-то по яду пробежался в этом начале. А я не могу вернуться, нет, могу. Фантомка у меня где-то стоит, но я не вижу где она гнула. Ну, в окне, а, нет, на... Легчайше. А, ну видишь, видишь? Я прикрыл тебя, понимаешь? Ой, видите, я лечу. И вылечу.
Понимаешь? Я прикрыл тебя. Ну так вот, не дождешься похвалы, блин. Алло, лучший. Это первое полезное, что ты сделал, поэтому я доволен. Единственное, что сделаешь. Так я ж про то же, там все боты овел. А потом, когда я скин разыгрываю, 40 плюс как минимум участвует. Ну, конечно, там все по 3 аккаунта юзают, по 4. Так. Никого, фантомка здесь. Тихо, фантомка здесь. Ронин здесь. Кинул голову. Я подниму. Почему я поднимаю хила нашего? Дрон крыса, дрон своих не поднимает. Ух, это. Там в спину заходит, я пошел в спину, помогу. Сдалось. Еще одна на мне. Ронин, дружа. Ронин, пол хп. Меня. Нож бей. А, я сам могу. У меня лансер тут была, но она куда-то делась, я не знаю куда. Я кидал сюда. Она могла к нам в спину пойти. Мы постигли дзен. Не добивай, это был мой друг. Я не трогал. Стрелял, лансер может бомбу забрать в спине у вас. А не заберет, она не пройдет никак. Ну я просто за ней бегал, и она куда-то пропала, я не знаю куда. Блять, он испугался. За ящиком. Максимально полезный хил на пёшку. Я прям увидел, как он ко мне подлетел. Но это очень долго, я не знаю, они должны с этим что-то сделать. Это неправильно. Он не работает, этот хил не работает, только если тебя нокнули. А ты за этим, за... Он воскрешать должен. Воскрешать? Фанат дизреспекта. Блин, дизреспект классный чувак. Максимально качественный контент делает. Ты хоть одного назови, кто так же качественно делает контент, как он. Я его не смотрел. Серьезно? Как не сравнивать? Ну в этой голосовой комнате таких, конечно, нет. Мне не нравится. Так нет, тут вопрос не в том, что в голосовой комнате. Здесь лансер бегает. Все здесь троих взломали. Взломал всех. Они в спине, они там, блять. У нас, короче, никто окно не держит, я понимаю, да, я понял. Все. Ай! Эти двое тут. Ну и короче, на всем, на просторе Твича и Ютуба, наверное, нет ни одного стримера, который даже близко может сделать качественный контент как дизреспект, ну, на уровне дизреспект. Чего он вообще снимает? Ну, а сейчас в Warzone очень много играет. Вообще шутаны любые. Он даже Rush Company же играл тогда, ну, он частенько прям в нее играл. Пока карту делали. Пока его не добавили. В Apex, Fortnite. Fortnite одно время долго играл. А, PUBG очень много играл. Он я единственное, из PUBG только и узнал. У него писали, ящики его были. Куплинов не тянет? Нет, тут вопрос не в количестве, а в качестве. Куплинов, да дизреспекта, как не знаю что. Куплинов вообще АФК, чел, который просто играет. Из-за того, что он да, стариканус такой, типа. Его как бы все знают, все смотрят. А качеством там и не пахнет. Лансер где-то рядом.
Ты как, ты же настолько охуели, что рашим врагов в защите. Да, да, да. Женя опять сольется. Все, команда меня не поддержит, конечно, блядь. Зафлешил кого-то. Пропушили. Тут двое. Лансеры ронят. Биты очень сильно. Прощайте, братья. На бомбе кто-то. На вас где-то или что? На слева от тебя. У нее. Ниндзя, вот ниндзя был близок к тому, чтобы дойти до уровня дизреспекта, а потом тоже слился. Забил просто, он сейчас просто сидит, играет. Там такое оформление у дизреспекта нереальное, что просто жесть. И качество подачи контента нереальное. У него каждый стрим это прям шоу целое. Я не знаю, с кем его можно сравнить, хотя бы близко. Да нету таких, как он. Так, а его разбанили на Твиче? На Твиче нет. Привет, Блоксон. Нет. Где он теперь, на Ютубе или на... Да, на Ютубе. У него 20-30 тысяч онлайн всегда. Ну, на Ютубе замечал, в принципе, онлайны больше. Да. Да, я тоже не знаю почему, но вот всех, кого я знаю, всех, кто стримит, у всех онлайн, вот в зрителях больше на Ютубе, хз почему. Просто банально у Ютуба аудитория больше. Ну, может быть. Ну да, там же не только те, кто игры смотрят. В целом очень много людей. Да, надо сейчас полетит. Не-не. Под фантом стоит, я вижу. Не, там еще дал. Я зафлешил кого-то. Бегает, бегает здесь. А, здесь дал, с фантом. Блядь, позиция раскрыта. Блин, фантом без хп вообще прям в ноль хп. Почему я... А, я подобрал что ли что-то? Да, снопу подобрал, прикинь, не мог тебя похилить. Нет. Ап, выхилилась у нее этот вампирик, она полная. Да и хер с ней. Наверное, я не знаю, хер с ней или нет. Да не пуш. Она, наверное, пошла ставить. Бомбе. А что вы ее тут сделаете? Тут ее нигде нет поблизости, по крайней мере. Ну, она вон на... На А? Да, она вон. Она себя подорвала. Ну, серьезно, что они не сдают? Несерьезно. Чё? Они не сдаются. Не. Да не, не думаю, чё. Никак не связано. Типы максимально слабенькие сейчас. Против нас. Ля, какой Дима. Это новогодний, да? У меня тоже такой есть, по-моему. Я не знаю, первый раз. Да, давай, приятно. А чё? Ой, мы еще и в атаке, лол. А, сейчас проиграем 8 раундов. Может быть и такое. Не хотел, не, ну чисто по теории вероятности, один мы должны выиграть, а один это победа. Я кого-то слышу, но не вижу на кьюшке почему-то. Энвил Дрикорпс. Я сломаюсь. Иронин здесь. Сломаю. Сломал. Добить, добить. Да что, был живой, как... Добей, он сзади. Все же строят.
Ясно. Понятно. Вес. По теории вероятности. Че по теории вероятности? По теории вероятности первые мы уже выиграли, осталось еще 7. Не-не. Один точно должен. Один точно еще должен выиграть. Уже сейчас будет. Смотри, я беру дробовик. И мы проигрываем. Надо было дробовик взять. Я бы изи победил. Спасибо за подписку. А ну атака же, да? Я с бомбой, вы все в другую сторону. Понимаю. Ага. Спасибо за подписку. Так. Ну все, видишь, вот он, теория вероятности. Подожди, еще ничего не закончилось. Их вообще никого нет на Б, что ли? Ну тут рядом никого нет. Да, на Б никого. Я ставлю. Нет, тут был Энвил. У него один хп. Он чит поставил. Сейчас откидывается уже. Ну видишь? Видишь? Ну, слишком сильный глич. Слишком сильный глич.